Обычно, подготавливая видео, я стараюсь затронуть какую-то тему, будь то оружие или определенный подход к игре. Так вот, сегодня я встал перед выбором – не выпускать видео вообще или выпустить видео с просто хорошей игрой. Все дело в том, что я болел целую неделю, затем работал над хвостами по работе, накопившимися за неделю болезни, так что плотно поиграть и пощупать новые типы боеприпасов у меня просто не было времени, да и сил. Однако все же одна игра заслуживает вашего внимания, ведь она припасла в себе массу веселых игровых ситуаций, за которые все мы так любим Hunt. Дольч. Какой этаж? Второй? Через щель небось стреляет, я угадал? Стреляй по мне, ослик, давай, я здесь прыгаю, давай. Здесь где-то босс. Сейчас пойду, я не понимаю, почему он не стреляет. Чем надо-то? Тебе остановился, что ли? Или как? Спину. Жук летел нам вроде. Подходит уже здесь близко. Жук за мной. Выйдет с окна. Бил, но. Еще один должен быть. -2 сделали только. Дал дом контролю пока. Хорошо, давай, молодец. А, это ты улетал, не понял. Сорян. Да не про сорян дело. Их пушат. Мне просто показалось, что еще Вова убил одного. Нет, я в окне раздамаживал. Я понял, я тебя понял. Животное какое-то спамит вдальча. А я над ним посмеиваюсь. Памят из левой части здания. Так они вправо и все. Слева внизу, где окошечко маленькое. Вот оттуда стреляет. Вот отсюда. Убил его нахуй. Доспамился, дружочек. Дольше еще один там. Двое на крыше вот здесь. Убил. У меня. У меня здесь один. Там яд с колючкой. Я думаю, что сделать, секундочку, я, наверное, хочу затаиться
проебаться, дать им запафатиться и вас поднять. Ты с меткой. Блядь, здесь подняли этот хуйсоса. А, да, подняли, подняли. Еще дробовик. Не бей, короче. Еще в поле один. Наверху, наверху еще, ребята. В поле еще есть вырва. Лучший. Блядь, ты мертв, понял? Блять, клёво. На крышу. Ты не подходи к этой бочке. Здесь еще псень одна, осторожнее. Возле меня один с дробовиком. Виталик, подожди 5 секунд, я перезаряжусь. Месяц игра. Некромант сидит, сидит, хуй пойми где. Может здесь. Я сейчас залутаю женщину, у меня будет скан. Билдно. Я не вижу никого. Он сверху, походу. Над нами, да-да-да, сверху, над нами. Да, поверху на окно. В окно будет прыгать, скорее всего. Лучше. Залетай. Вот как я был. Бля, мужики, красавцы. Да нет, чё красавцы, это вот два быка, блядь, в тим. Да, ебать мы разъебали эту катку, это просто пиздец. 17 человек. Вы чё, парни, блядь, ебанулись, что ли?